Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели акцию «Палисадник Победы», приуроченную к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры высадили 15 молодых сосен на территории, прилегающей к воинскому мемориалу «Живые камни памяти и славы» в деревне Салманово. Также в рамках экологической акции волонтеры заменили несколько сломанных вандалами деревьев на прилегающих аллеях.